Всем привет! Хотел тут поделиться моим рукоделием. Сделал я вот такую классную клипсу. Для 20-й гафры. Это уже лоу-полька. Я ее забейкал, затекстурил. В плане затекстурил. Добавил здесь текст и пару вот этих штучек. Пай-поле у меня выглядит вот таким образом. Все в размерах, штангель циркулем замерял. Вот такая топология. Вроде маленькая, с виду простая штучка, но тут достаточно сложной формы. Например, вот эти вот переходы. Ну это ладно. Гофру я уже показывал, вроде сделал. И вот я добавил эти клипсы на гофру. Теперь, когда я увеличиваю длину гофры, у меня автоматически подстраивается количество этих клипс. Ну вот их поэтому можно на потолок приделать, ну то есть очень быстро раскидать. Ой. Очень быстро раскидать. Например, таким образом. Могу также регулировать расстояние между клипсами, вот на 5 метров, например. Ну, 2 метра. Через инстансы я это сделал. То есть взял plane, его через array и curve размножил на путь,
на котором у меня уже гофра лежит. Вот, а на него уже я воткнул инстанс, как инстанс на каждый фейс эту клипсу. Я не применил модификатор curve на непосредственно, ну то есть не размножил непосредственно эту клипсу, потому что этот curve он гнет геометрию на изломах. И она вытягивается. Ну, то есть, а таким образом она у меня в исходном состоянии геометрии остается, не искажается. Вот так вот это выглядит.